Здравствуйте, меня зовут Алина. Это мой отзыв на тренинг школы психотипирования, третий модуль. Я закончила школу психотипирования, третий модуль. И мне очень понравилась информация про возрастные кризисы. Павел Борисович разложил эту информацию очень четко и понятно, структурированно, про каждый год жизни, какой кризис нужно пройти и какие причины можно выявить в себе, не пройдя определенный кризис вовремя или просто избежав его, неправильно пройдя. Вот, я обнаружила в себе причины некоторых таких, как мне казалось, странных мыслей, которые приходили периодически в голову, что что-то в жизни не успела сделать, что-то сделала не так, или какие-то можно было бы еще много чего успеть и сделать, но там уже когда есть семья, дети, маленький ребенок, уже нет столько возможностей. И думаешь иногда, что семья тебя даже тормозит, и как будто что-то упустил, но приходит действительно понимание после прохождения этого тренинга, что все нормально, что такие мысли бывают у всех, у многих, и у всех какие-то свои непройденные кризисы, и их в любом случае приходится проходить рано или поздно, и поэтому пришло такое чувство спокойствия, уверенности, что все нормально, что как это проработать. Также школа УВК очень помогает в таких вещах, где нет возможности понять себя, но такие знания, конечно, очень помогают идти дальше. И есть цели, есть понимание, что нужно еще сделать, куда идти, в каком направлении. И также удалось понять близких, где были даже конфликты и непонимания. Все вот благодаря этому тренингу становится как будто на свои места. Поэтому большая благодарность Павлу Колесову, Павлу Борисовичу за этот великолепный, я бы сказала, даже бесценный тренинг. Я очень рада, что существует вот эта информация здесь у Павла Борисовича, которую нигде не видела, не слышала. И прям хочется идти дальше, изучать себя. И есть уже важные ощущения, осознания, которые помогают двигаться дальше. Благодарю.